Ты должен тоже слышать голоса. А ты кто такой? Боже. Я очень плохо себя вел. Мы не должны говорить о наших родителях. Почему вы, дети, собрались на кладбище? Я не должен быть здесь. А мы думали, что ты погиб при пожаре. Мне очень жаль. Чудовище! Так в этом же вся прелесть, моя дорогая. Нет ничего смешнее, когда страшно. А как это красиво. Присмотрись повнимательнее, моя дорогая, и ты увидишь удивительные вещи. Потусторонние силы строят против тебя козни. Я просто скучаю по ней, Диана. Чего? Герой. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. О, Боже! Человек не может просто так испариться. Молодость есть ключ к спасению. Хороший жук, мертвый жук. Вот это да! Ты же Гримм! Они бросают маленьких циклопчиков в печку. Годы мы ждали этого дня, и он наступил. Я сам скоро окажусь в мешке, если не выберусь отсюда. У него в руках была человеческая голова. Войны мертвы, храмы в руинах. Моя дочь мертва. Наконец-то я нащупал связь. Надо постараться удержать свое реальное «я». Я Макс. Слышите меня? Кто я? Узнай правду.